Всем привет! Вы на канале Custom 78. Сегодня у нас в проекте будет Mazda MX-5. Это вот сейчас вы видите состояние Hot Wheels. Довольно интересная машинка. Даже маленький радиатор прорисован. Ну что, приступаем к ее изменениям. Чтобы посмотреть, как я рассверлил эти отверстия, вы можете посмотреть здесь, в закрепе. Здесь мы заменим колесики, такие вот интересненькие от самого Hot Wheels. Единственное, только я здесь нанес декарки небольшие в стиле нитро, вот вы видите, да, нитро. И с этой стороны то же самое, более интересный гоночный смотрится. Сейчас поменяем колесики. Посмотрим, как это будет выглядеть вживую. Как вы думаете? Ну, как вы считаете, интересно смотрится? Пиши в комментарии, будет интересно. Ну а сейчас мы приступим к снятию краски. Перед тем, как нанести краску, грунт, точнее, вот, обезжириваем полностью машинку. Вот. И сейчас грунтом мы нанесем. Я использую обычный грунт в домашней покраске. Вот, покупаю, продается он в обычном домовом строительном магазине. Делаем одним слоем равномерно.
Теперь мы произведем покрасочку после грунтовки. Равномерно, я думаю, мы сделали за 3 слоя. Нанесем краску. Все, пока подождем. Первый слой нанесли. Аккуратненько. Теперь подождем 20, чтобы подсохло. И нанесем уже так последующие до трех слоев. Так, ну что, вот произвели покраску. Нанес пока вот мелкие детали. Пририсовал фары спереди и сзади. Мелкий нанес. Сейчас мы вместе нанесем более крупную деталь. Так, сейчас немножко сдвинем, чтобы нанести ее. Довольно интересный капот. Смотрится очень хорошо. Так, и сейчас нанесем мы также боковые. Декали. Все это потом я еще лаком покрою. Так что все будет немножко по-другому выглядеть. Также сделал колеты, зеркала приклеил и задний спойлер. Ну а дальше уже сюда покрою лаком. Ну вот, произвели покрытие лаком. Смотрите, как очень красиво смотрится. Вот. Ну и сейчас приступим к сборке. А пока собираю. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем ваши комментарии и не забываем поставить колокольчики. А итог, что получилось, вы увидите сейчас.